Ну а наблюдать исторические страсти казахстанцы смогут сразу после новогодних каникул. А вот новая часть легендарной франшизы «История игрушек» только готовится к премьере. Она стала настоящей вехой в анимации и первым мультфильмом, номинированным на «Оскар». Станет ли столь прорывной и следующая лента? Бас, ну где ты прячешься? Я здесь, Вуди! Ты должен это увидеть! Что? Дебютная часть «Истории игрушек» стала первой полнометражной анимационной работой, сделанной на компьютере. Ранее подобного опыта компания Pixar не имела, но заручившись поддержкой исполнительного продюсера, которым выступил сам Стив Джобс, рискнула и не прогадала. Мультфильм получил аж 3 номинации на «Оскар», вошел в список 100 величайших лент в истории США и, самое главное, принес первые миллионы долларов Pixar, которая в последующем стала самой влиятельной компанией на рынке анимации и дала дорогу таким картинам, как «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Суперсемейка», «Тачки». Видел новый трейлер? Какой? Не видел? Ты о чем? Что такое? Утя? Что? Они снимают продолжение «Истории игрушек». Нет! «История игрушек» — это пример того, как надо делать сиквелы. Каждую картину франшизы фанаты ждали с нетерпением. И вот долгожданная новость. Авторы решили продолжить приключения Вуди, База и Долли. Кстати, уже привлечен отличный состав актеров дубляжа. Том Хэнкс, Тим Аллен, Киану Ривз. Премьера ожидается в июне 2019 года.